надеюсь на большую плотную плодотворную работу на благо города, на благо наших жителей, на благо Подмосковья и нашего государства. Перед нами стоят непростые цели и задачи. Будем работать во благо нашего города и не подведем людей, которые нас избрали, а именно химчан, которые за нас голосовали. Она и создана для того, чтобы обеспечить диалог между органами власти, органами местного самоуправления, с гражданским обществом, с каждым гражданином городского округа. Поэтому и нынешний созыв имеет те же самые цели, те же самые задачи. Надеюсь, что мы будем полезными жителям городского округа. Общественная палата для жителей города Химки всегда открыто, поэтому милости просим к нам в гости, как онлайн, так и визуально, если позволит, конечно, наша обстановка.